Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Зомбобастер. Заранее хочу извиниться за мой голос, возможно, я говорю в нос. Короче, я опять, ребят, заболел, сижу на больничном. Настроение подавленное, температура, но, тем не менее, поиграть хочется. Так что поехали. Будем с вами продолжать. И сегодня я хотел бы посмотреть на новых бойцов. Потому что в комментариях мне понравились некоторые обсуждение по поводу нашего нового героя, вот этого вот, который может убивать с одного выстрела любого зомби, естественно, который без брони. Но, как я говорю, ребята, он очень дорого стоит именно по энергии. Поэтому я пока взял снайпершу, которую тоже не успеваю, ребят, попробовать. Если мы с тобой, предположим, прокачаем повышение производимой энергии или хотя бы вот народная любовь, да, которая нам дает начальную энергию очень много, то возможно в ближайшие там, не знаю, там миссии 2-3 мы с тобой заценим. Ну а пока будем действовать так, как можем. Так, что у нас там по гаджетам? Оу, тихо, подожди-ка. Мы с тобой можем прокачать, давай, наверное, шипы прокачаем, или же все-таки галактический удар, а может быть приток адреналина. Все хочется, на самом деле, все хочется. Но денег маловато. Также мне хочется прокачать значки. У нас очень много второго уровня значков. Кстати, если мы, например, прокачаем вот эти вот значки, да, то у нас с тобой будут очень дешевые юниты. То есть они будут стоить уже не столько энергии, сколько требует, а в разы меньше. Поэтому давай мы, наверное, с тобой так и поступим. Окей. Так, давай третьего уровня. Здесь, наверное, тоже мы с тобой. Так, подожди. Третий уровень. Здесь. Ага, не хватает, к сожалению, пока, да? Ну, давай, наверное, тогда вот эти вот объединим. Так, третьего уровня тоже объединяем с тобой. Да, недешево все это, конечно, стоит. Но оно того стоит. Это уж я тебе точно гарантирую. Четвертый уровень. Раз, два. Ага, три. Ну давай, три. Объединяем. И все, практически денег у нас с тобой не осталось. Давай все-таки добьем последние наши финансы. А, тут не хватит у нас, да? У нас вот пистолет есть третьего уровня. Давай, объединим. Опс, не хватает. Ладно, ничего страшного. Так, тут у нас все окей. Здесь, в принципе, тоже. Леди Баг я пока использовать не хочу. Давай мы здесь снимем и экипируем. Вау. И хотел я вот на этого чудика поставить. Так, усиление урона. Так, тут у нас снижение времени. Наверное, мы с тобой сменим и попробуем с тобой поставить. Где у меня? Ага, четвертого уровня. Вот так вот. А лучше даже, наверное, вот отсюда снять. Да? И вот так вот сделать. Сколько он стоит теперь? Так, абсолютный солдат. Я получил достижение. Слушай, смотри, он уже стоит не 250, а 237 энергии. Если нам еще такую одну поставить, да, то он будет стоить у нас где-то 215 энергии. Это уже будет лучше. Так, и расставляем все остальное на наших бойцов. Так, экипировать. Ну что, нам нужно пройти с тобой стадию 19 на генерала. Поехали. Тем более, если что, мы с тобой здесь заработаем немножко финансов. Гаджеты я, наверное, оставлю вот эти вот. Стартуем, друзья мои. Стартуем, сразу покупаем все три этажа. У нас с тобой неплохо энергии, кстати. На старте. Воу-воу-воу-воу-воу. Пёся, 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 куда ты? Давай, шеф. Вали их всех к ядрене фене. Вот мне нравится, когда происходит вот этот бонус 2х. 3х, отлично. Так, мне бы, наверное, сюда поставить. Вот так вот. Все, сейчас мы будем их разносить с тобой. Не забываем, что у нас есть шипы. Будем их ставить перед дверьми. Да, потому что двери закрываются, зомби. А, смотри, кто идет. Смотри-ка, кто тут у нас пожаловал. Киборг, робот, да? Ай-яй-яй-яй-яй.
Что ж вы так делаете? Ой, еще и этот бунтарь бежит. Ладно, я надеюсь, сейчас быстренько здесь разберемся и еще успеем с тобой бунтаря завалить. Хотелось бы мне в это верить. Какой же он все-таки крепкий. Шипы, шипы, конечно же. Ай! Ну вот, началось завывание. Зазывание врагов. Так, ну бунтаря мы с тобой бомбанем, это однозначно. Так, я хочу поставить вот этого чувачка. Команда, я его так называю, ребят. И... да. Поставлю его, наверное, вот сюда. На четвертый этаж. Пускай он тут бомбит. А мы с тобой сейчас сделаем одну хитрость. Посмотрим, куда эти зомби все рванут. Мне кажется, почему-то вот здесь они будут. Лифта только один, да? Вниз. Так, бунтаря мы сейчас, наверное, разнесем. Единственная проблема, что у нас с тобой... Давай, придется нам вот так вот сделать. Опс. Друзья, проблема у нас. Ну-ка, отлично. Избавились от некоторых. Пёся пока у нас, как видите, на шипах находится. Здесь идет опять киборг, поэтому нам нужен здесь агент обязательно с тобой. Я поставлю пока сюда шипы. Упс. Ты успеешь или нет, команда? Ой, спецназ, да, успел. Киборг будет получать урон. Этого разнесли. Так, ждем, друзья мои, ждем. Он один не справится, да, получается. Давай тогда вот так, наверное, с тобой поменяем. Отлично. Так, теперь, наверное, нам надо накопить на шефа. Поставлю его сюда вниз. Также здесь поставлю немножко еще шипов. Поменяем местами. Блин, тут бунтарь идет. Тут, друзья мои, идет бунтарь. Там робот хочет переместиться на четвертый этаж. Мне нужна энергия, как можно быстрее. Пёси, 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 валите. Есть контакт. Упс. Давай так хотя бы успеем, может быть. Ё-моё, подходят очень близко, друзья мои, они подходят. Тут еще этот киборг внизу. Ай-яй-яй-яй, давай срочно вот так поменяем, наверное, с тобой, да? Здесь попробуем вот так вот с помощью ускорения, наверное, уничтожить. Есть контакт. Вот здесь мне не очень нравится. Разобрались. С этим надо разобраться еще по-быренькому. Ну! Чтобы, главное, мину не потратил. Все, отлично. Давай сюда поставим, наверное, агента, чтобы сносить броню как можно быстрее, да? Упс, а здесь-то не особо хороший у нас с тобой вариант. Ну что же вы? Ай, ладно, придется мину потратить, ребята. Ничего с этим не поделаешь. Так, агент. Агент, агент. Я хотел вообще-то снайпершу заюзать, но она так дорого стоит, что у меня не будет даже такой возможности ее использовать, ребят. Тут два бунтаря. Ого. Тут два, ребята, бунтаря. Тут еще нехило идет. Так, что мы с тобой можем сделать? Давай вот так вот. Зондеркоманд у нас здесь с тобой получается. Тыдыч. Упс. Подожди, подожди, подожди. Вот сюда переместитесь. О, наверное, я сделал роковую ошибку, друзья. Мы не успеем. Ну, тут мина, ладно, она сработает. Ну, а дальше-то? Дальше-то еще не легче идет. Команда, блин. Давай вот так вот хотя бы попробуем. Может быть, все-таки как-то выкрутимся с тобой здесь. Два агента. Если я вот так сделаю. Успеем, нет? Есть контакт. Ребят, вроде бы все пока неплохо идет у нас. Отбиваемся как можем. Все вроде бы получается. Так, робота уничтожили. Этого уничтожили. Жирного сейчас с тобой подобьем. Да. Все у нас с тобой здесь великолепно получилось. Как ты видишь, мы прошли. Идеально получаем с тобой генерала. И двигаемся на следующую миссию. И денег, денег, главное, мы с тобой заработали. Так, плюс значки. Ну вот, сразу чувствую себя в своей тарелке. Так, что у нас там? Миссии мы какие-то с вами тут получили достижения. Опа, вот это я понимаю, вот это бонусы. Так, ресурсы. Во, три значка. Ну что, 16 энергии прокачиваем с вами, да?
Что у нас там по отряду? Ну ладно, ладно, экипируем тебя, так уж и быть, Леди Баг. А что Леди Баг делает вообще, я не помню. Ну, подожди, дай-ка я почитаю. А, она оглушает. Ну, я не знаю, ребята, она оглушает. У нас вот этот вот тормозит на 100%. Так что смысл какой в оглушении? Тем более здесь 100% торможение, а здесь всего лишь 25%. Не стоит об этом забывать. Ха. И, кстати, вот этот вот я у нее заберу. Он вообще здесь не в тему. Вот это вот. Ха. Снять, конечно же, снять. И поставим мы это с тобой, наверное, на кого? Да вот хотя бы даже на агента. Уберем и поставим с тобой. Где он тут? Вот он. Отлично. Вот таким вот образом. Ну а здесь все, что осталось. Так, денег у нас 28 тысяч. Можем прокачать с тобой приток адреналина. Ну что, ребята, отправляемся на следующую миссию. Это у нас стадия 20. Кстати, скоро уже будет босс. Погнали. Так, сколько это? Ого! 5 этажей, 5 волн. Телепортирует всех зомби на этаже назад. Ху-ху, смотри, какие тут, ребят, новые зомби. Слушай, ну этот гаджет неплохой. Назад. Ах, что же поменять? Адреналин неплох. Перчатка Таноса тоже хороша. И шипы хороши. Давай, наверное, вот так вот с тобой сделаем, да? Поехали. Фух. Ну что, теперь хочу посмотреть снайпера в деле. Она пробивает всех зомби. Да ладно, это что за урон? Эй! Да хорош, ну-ка. Стреляет она, конечно, под адреналином, будь здоров. Отлично, ладно, пускай остается. Так, выставим с тобой, наверное, сейчас шефа куда-нибудь. Нет, надо бы накопить лучше на команда. Сейчас будем смотреть, откуда пойдут зомби. Ага, внизу. Там же и робот идет. Лифтов здесь нету, это хорошо. Давай сделаем так, но сюда нужно будет еще влепить обязательно агента. Ах ты, летун. Летуна нам только тут не хватало. Нужен агент, срочно. Нам с тобой нужен агент, чтобы мы могли с тобой снимать броню. Так, агент, давай сюда вставай. Начинай строчить. У нас, не забывай, есть с тобой гаджет, чтобы мы могли всех зомби на этаже откинуть обратно. Я вот так вот поставлю сюда. Слушай, ну снайпер, в принципе, неплохая. Но ей нужна помощь. Она одна не справится здесь. Отлично. Подбила все-таки, да? Смотри, что происходит. Идем сюда, короче, бомбим. Давай поставим помощь. И вот сюда. Так. Шипы. Классно она, конечно, пробивает весь ряд. Ты дыщи. Тем более, когда вот живая плоть, ребят, наносит она офигенный урон. Бронявых она не так хорошо чикает. Но вот именно, который без брони, просто пробивает на ура. Упс. Друзья мои, проблемы некоторые у нас с тобой возникли. Придется мне потратить финансы. Так, шипы. Адреналин. Нет, зачем? На одного жиробаса адреналин тратить, я думаю, это не стоит делать. Так, нам нужен, наверное, вот этот парень, шеф полиции. Или шеф армии, как его лучше назвать-то, не знаю. Мы, кстати, можем его... Тихо, подожди-ка. Мы можем его сюда поставить, к этому отряду, да? Чтобы укомплектовать. И это будет вообще имба. Так, это у нас вторая волна кончилась, да? Еще 3 волны будет впереди. Ждем, ребята. Так, надо еще один этаж уже укомплектовывать. Сейчас мы с тобой этим займемся. Вначале, наверное, поставим агента. Поставим с тобой агента. Так, шипы сюда влепим.
Пока все хорошо. Давай вот так, наверное, поменяем. И сделаем вот так вот, чтобы их по-быренькому уничтожить здесь. Так, ты иди сюда наверх. Так, может быть, давай в помощь, как говорится, поставим артиллерию здесь. Твою же налево, вверху еще кибернетик идет. Два даже. Этот отряд пойдет сюда тогда у нас. Окей, копим с собой энергии. Хотелось бы, конечно, на командоса накопить. Вот оглушение мне нравится, что вот этот вот чудик может оглушить отрядик. Вот здесь не совсем не нравится, что у нас происходит. Поэтому, наверное, подожди. Вот этого надо ставить нам. Шефа. Давай, шеф, атакуй. И шипы поставим с тобой еще сюда. Для подстраховки. Так, еще одну волну пережили. Сюда, срочно бежите сюда вниз. Так, а вы, наверное, блин. Так, подожди, а как быть-то нам? С этими сейчас быстренько с тобой разберемся. Надо будет обязательно вот на этот этаж переходить. Агент еще нужен здесь нам. Агент. Давай сюда вот поставим. Твою ж налево, блин, успеем ли мы? Вот в чем проблема-то. Так, здесь разобрались. Давай, последнего зомби этого. Есть контакт. Сюда перемещаемся по-быренькому и начинаем их раскручивать. Наверху отряд летунов. Сейчас они наверняка начнут, ребят, по всем зонам летать. Давай вот так вот переместим, пока этот отряд у нас с собой все равно отдыхает. И сделаем вот так вот. Так, здесь артиллерист. Сейчас будет последняя волна, и она будет, как всегда, самая-самая жесткая. Окей. Давай в хлам его. Есть. Друзья мои, последняя волна, ждем. Она будет, наверное, самая-самая зловещая, мне кажется. Ага, внизу два киборга идут. Так что нам нужно сюда отправлять. Ох, ё-моё. Так, давай-ка здесь, наверное, вот так сделаем с тобой. Ты посмотри, какой тут трэш идет. Ты посмотри, что тут творится, эй. Так, хорошо, мы с тобой, если что, на этом этаже сможем всех откинуть назад. Нам, скорее всего, это скоро понадобится. Жесть какая-то идет, а ты посмотри. Точно вот всех откидывает? Проверим. Куда? Че ты? А че так? Почему так произошло? Он же должен был откинуть всех назад. Да ну, ребят, что это за фуфляндия тогда получается? Есть. Хотя бы так. Это тоже, ребят, вариант. По крайней мере, никто не прошел. Так, остается у нас здесь робот. Мы его убили. Жиробаса мы с тобой запинаем. И летающего тоже подобьем. Значит, получается, мы с тобой здесь прошли. Фух. Вот здесь, конечно, хорошо, что мина у нас. Конгломерант. Понятно. Так, два значка. Точнее, две медали. И генерала мы с тобой заработали. Ну что же, давай заберем свои бонусы. Так, 7500. И все. Что у нас по гаджетам получается? Телепортирует всех зомби на этаже назад. А, дистанция, ё-моё. Ну тогда эта фигня получается, ребят. Лучше перчатку оставить, согласись. Так и мало того, что оставить, нужно еще и прокачать, я думаю, да? Она этого заслужила. Так, ну что у нас здесь? Два значка, точнее две медали. Так, повышает количество здоровья. Ага, это не надо. Снижает перемещение лифта. Вот честно говоря, я даже не знаю, что еще прокачать. Может быть, копить будем, а? Ой, ну что, друзья мои. Стадия 21 с боссом. Этажей 5. Волн 0, ну потому что здесь будет босс. Давай смотреть. Так, убираем с собой вот эту ерунду и ставим перчатку. Все, да? Стартуем.
Ага, начинается. Наверху зомбики пошли. Давай-ка я вот так вот поставлю снайпершу. Блин, вот смотри, как она сносит. Зомбарей без брони, вообще на изи. Так, сейчас попробуем с тобой накопить на вот этого нашего мощного, если успеем. А вот с броней, конечно, очень кисло она бомбит. Поэтому лучше ставить сюда еще и агента. Музыка прикольная. Музыка здесь вообще зашибательская. Блин, хотелось бы еще одного снайпера поставить. Тут еще два этажа, этих нужно купить. Вот хоть что, хоть что делай. Но они нужны нам, эти этажи. Босс еще пока не идет, но он выйдет обязательно. Он, как говорится, никуда не денется, да? Так, я попробую накопить на команда. Ух, прут уже, смотри, прут. Ну давай, родной, давай, ты мне нужен. How do you be? Давай сюда вставай. Блин, снайперша красава. Смотри, как она сносит вот этих вот. Ты бич. Просто простреливает. Так, а вот тут-то кисло дело. Ой, ё-моё. Так, слушай, подожди. У нас с тобой некие проблемы тут начинаются. Срочно вниз. Про шипы забывай, про все эти гаджеты забывай, ребята, их иногда заюзывать. Так, давай, наверное, сюда переместим. Кого сюда можно влепить? Так, а вот это что такое за двери? Я что-то не понял. Что это за ерунда такая? Так, ну что, мы с тобой можем... Блин! Придется покупать этот этаж. Давай ты иди сюда. Ох ты! Это кто еще, ребят? Здоровяк усиливает всех, просто играя мышами. Создает броню. Зомби поблизости. Вы серьезно, блин? Вы сейчас серьезно это все? Усиливает он, прикинь, обычных зомби. Так, сейчас я кое-что, ребят, попробую сделать. Нам нужно вот здесь вот врубить адреналин. Так, быстрее, быстрее, быстрее вниз. Ё-моё, там, видишь, зомби ползет. Теперь сюда надо, блин, надо прокачать откатку лифта. Я только туда, и он этот смылся. Агента ставим сюда. Давай. Пробиваем этого ханорика. Шипы. Сейчас еще босс пойдет, не знаю, правда... Когда по времени? Но он должен появиться. Уже вот буквально с минуты на минуту. Вот. Ё-моё. Прикинь, какой чувак. И сейчас понесется, ребят, волна. Думаю, нам тут генерала с тобой не видать. Ох, не видать нам с тобой генерала здесь. Да что ты там орешь-то, как псих? Давай быстрее на этот этаж. Куда он поехал, а? Колос. Этот зомби-колос, ребята. Так, вон он. Играет мышцами, блин, понимаешь ли. Какой отряд у меня просиживает? Простаивает. В принципе, вот этот вот. Куда он так бежит-то, эй? Сломя, блин, голову бежит, ты прикинь. Давай. Прожимай. Наверху тут проблема. Сюда поставим. Блин, у меня есть только вот ХП восстановить. И все. Все, что у меня есть. Восстановить ХП. Даже не знаю, как быть. Твою ж налево. На каждом этаже. Я даже ничего не могу сделать, ребят. Этого-то успею хоть бомбануть. Оу. Давай быстрее здесь-то. Хух, успел, да? Вот сейчас не хватает, знаешь, чего?
именно откатки гаджета, да, чтобы, например, использовать адреналин, к примеру. Ладно, здесь более-менее. Оу-оу-оу-оу. Ну. Так. Да что ж такая лютость-то здесь идет? Этого-то успеем кряпнуть или нет? Наверное, не шиша, да? Успели. Ребят, я элементарно не успеваю ничего здесь сделать. Да, мину потратили. А что ж поделаешь? А вот так вот. Этот еще все зовет, зовет своих дружбанов, блин. Псих-истерик, а? Он их усиляет или ускоряет, что-то такое он делает с ними. А мы у него только половину здоровья отняли. Так, сюда поставим, наверное, с тобой вот этого агента. Так, пускай вот так вот шипы здесь у нас будут стоять. Броня снимается, но потихонечку, очень-очень медленно. Ребят, нужно нам с тобой обязательно здесь юзать не перчатку. Так, успеем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, пробегает, пробегает, пробегает. Да ёпрасоте. Кого ж ты подбил, не там где надо, а? Так, везде у нас с тобой есть агенты, да, на каждом этаже, то есть броню мы с тобой снимаем. Босяра подходит, подходит, блин, практически, ребята, к дверям. Я надеюсь, мина его хотя бы сможет уничтожить. Давай вот так вот юзаем. Другого, ребят, варианта нету и не будет. Плюс шипы, конечно же. Так, секунду, 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 секунду. Думаю, думаю. Если бы не его вот эта вот броня, которую он постоянно стакает на себя, было бы все намного, намного, намного легче. Да господи, там ему осталось-то, ну. Эх, адреналинчик, как же мне тебя не хватает сейчас, а, в данный момент. Вообще не хватает. Я уже не знаю, я просто шипы тут выставляю, чтобы его просто как-то подбить. Ну! Давай, давай, давай! Блин, он еще броню на себя влепил. Есть! Друзья мои. Генерала. Генерала и не меньше. Так, Зомби Бастер 4. Главный. Ну вот, совсем-совсем другое дело. 6 уровня. Значок энергии получили мы с тобой, прикинь. Ну-ка. 10 тысяч на карманчик упало нам. Плюс медаль. Подожди-ка, сколько там у нас? Я всего лишь 26 звезд получил из 93. То есть еще тут нанесите в общей сложности сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 1 000 000 урона любым бойцом. Вы что, издеваетесь, что ли? Ну, кто-то у меня наносит. Скоро уже будет. Так, давай посмотрим по гаджетам. Слушай, адреналин неплох. Но шипы тоже неплохие, поэтому адреналин. Так, ресурсы. 4 эмблемки. Ой, 4 значка. Так. Вот. 345. Отлично, ребята. Блин, прокачать бы эту ветку полностью было бы вообще шикарно. А мы с вами, друзья мои, в госпитале. Госпиталь, в котором пытались исцелить зараженных пациентов, превратился в убежище зомби. Если мы хотим спасти людей, надо отвоевать эту зону. И мы с тобой отправляемся сюда. Конечно же, другого варианта и быть не может. Так, ну что, поехали, стадия 22. Уже у нас даются 3 медальки, награда 17 тысяч, 3 этажа и будет 3 волны. Опа! Защитник. Специальное дистанционирование, его специальность. Отталкивает зомби назад. Хо! Ха, подожди-ка, отталкивает зомби назад. А вместо кого его поставить? Вместо вот этого? Но, в принципе, они стоят одинаково. Сколько у него урона? 35. Ладно, давай посмотрим, на что он, ребят, способен. Так,
Настройку нужно только сделать. Где он? Вот он. Экипировать. Фух, ну что, поехали, друзья мои. Ух ты, а это что еще за... Что за капсулы тут еще стоят у нас? Смотри-ка, новый зомби идет какой-то. Длинные смены косвенно повлияли на их превращение в зомби. Это медсестра, оказывается. А это что у нас? Здоровье зомби восстанавливается при проходе... Зашибись! То есть они вот эти вот ячейки проходят, у них восстанавливается здоровье. Я что, не взял юнита с собой? Ой, ё-моё. Спешка, друзья мои. Как всегда спешка. Не взял просто юнита. Зашибись. Так, еще и зазывало идет. Хотелось бы посмотреть, насколько сильно он себе восстанавливает здоровье. Да прилично он восстанавливает себе, ребят. Нет, песик, куда ты разогнался-то? Тебе здесь не рады. Шипы. Шипы, наверное, лучше ставить, конечно же, после отхиливающей зоны. Так, снайпера главное. Хорошо, что я оставил, блин. Снайпер мне здесь пригодится. Я поставлю его, наверное... Куда его лучше вьюзать? В принципе, он должен стоять на каждом этаже, снайпер. По большому счету. Так, а это кто? Это что за зомби? Ага, это медсестра бронированная. Понял, в маске это бронированная медсестра. Так, берем с тобой этаж, покупаем. И начинаем тут бомбить. Ну, перчатку Таноса пока не будем использовать, да? Все здесь пока легко и просто. Сам видишь, ну снайпер мне нужен. Снайпер вообще прикольный чувак. Нет, я бы даже сказал чувиха. Так, здесь у нас не справляется, да? А почему не справляется? Потому что нету агента, который был, мог бы легко снимать с них броню. Ты посмотри, что тут происходит, ребят, наверху-то. Обычных зомби делает броневыми. Бронявыми, так будет правильно сказано. Будем ему так вот засаживать. Замечательно. Так, как я тебе и говорил раньше, агент должен быть на каждом этаже. Так же, в принципе, как и снайпер. Но тут уже не получится. Так, ну что, жирненького мы с тобой подобьем. И останется последняя волна. Так что готовимся. Шипики поставим сюда с тобой. Ага. Бунтарь. Успеем мы накопить с собой, а? Да, в принципе, должны успеть. Это последняя волна, поэтому можно и вот так использовать. Этот не успел себя отхилять. Так, сейчас, сейчас, буквально немножко, ребята, и мы с вами. А толк нам какой от снайперши, если здесь... Хотя, подожди, она же... Ой, этот броневик Потемкин достал уже. А, их там двое еще к тому же идет. Блин, давай тогда вот так делать. Иначе мы с тобой тут дошуткуемся. Твою ж налево. Да ты достал там прокачивать их всех. Нет, ну вроде бы справимся. Да, должны справиться. Если что, адреналинчик сейчас еще активируем с тобой. И все. Ребята, у нас все удачно получилось. Даже несмотря на то, что я не взял одного бойца. Фух. Так, 3 медальки. Это уже классно. Отлично. Генерал. Так все и должно у нас быть. Давай зайдем в гаджеты. Прокачка, прокачка. Давай вот так вот сделаем. Отряд. Я думаю, что здесь можно все снять и экипировать по новой. Вот. Урон, конечно, у него так себе. Поэтому я, знаешь, что сделаю? Блин, я даже этого-то забыл поставить. Слушай, если мы вот здесь снимем и экипировать. Вот почему-то он вот так вот. Там было написано, ребята, экипирует в самое лучшее. Ну, значит, вот это и есть самое лучшее. Так, давай тут тоже с тобой снимем. И по новой экипируем. Так, агента тоже
Оп. Отлично. Да, кстати, агенту как раз нужна именно скорость, потому что там не имеет значения урон. Да, потому что он просто снимает броню. Так, и этому экипируем. Все, ребята, нам остается лишь что? Прокачать здесь. Ну что, давай. До 380 у нас будет энергия. Шикарно. Так, 5 значков нам нужно. 5 медалей, да, чтобы прокачать еще одну полосочку. А потом, наверное, 6 придется копить. Ну что, поехали? Погоди-ка, поехали. Отряд, мне же нужно... Или это мы с тобой здесь сейчас сделаем? Подожди-ка. Мне не хватает этого бойца одного. Ладно, поехали. По-моему, здесь, наверное, выставлять. Да. Запускает несколько взрывчаток в сторону зомби. Ёлки-палки, это новый гаджет. Хо-хоу. Блин, ну и чё? Ай, давай проверим. Проверим, как это все дело работает. Так, и что я хотел вот этого взять? Ну чё, друзья, мы стартуем. Сразу берем 2 этажа. Вот так вот, поехали. Слушай, давай, давай проверим. Опять же, друзья мои. Это хорошо все, но бронявые зомби сопротивляются. Сопротивляются. Тут у нас 4 этажа. Песи идет. Давай. Ты должен справиться. Да что ж вы так долго-то там, а? Отлично, отлично бомбит. Так, внизу идет жиробас. Я хотел вот так вот. Нате вам, ушастые упыри. Давай сюда вниз. Ать, классно. И шипы, конечно же. Да, со снайпером не поспоришь. Единственная проблема, что у меня всего лишь один отряд. Надо делать еще один. Пора бы уже, да? Так, агентушка. Пускай пока снимает броню. И надо будет ему кого-то поставить в помощь. Вот так мы с тобой сделаем. Нет, это не лучший, блин, вариант. Если честно, сюда нужно вот в этот отрядик. Нам с тобой нужно поместить агента. Ты со мной согласен? Я думаю, что да, ты со мной согласишься. Блин. Давай, 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 агент, шмаляй. Отлично у него получилось. Я еще могу сюда шипы поставить, да? А нужно ли? Не знаю. Вот так вот сделаем. Опять этот дрон у нас с тобой откатился. Но я думаю, что юзать я его пока не буду. 33 раза говорил, что в этот отряд нужно поставить агента. И не поставил. И не поставил, да? А ну-ка. Давай вот так вот. Блин. Приходится вот так вот юлить. Ну-ка, давай запустим. У него принцип практически как у перчатки Таноса. Он тоже рандомно бомбит. Так, вот этого я хотел проверить. Посмотрим, что он делает. Так, ну я вижу, что он стреляет. Отталкивает, да, потихонечку, что ли? Да, он по чуть-чуть, ребята, отталкивает зомби назад. Совсем помаленечку. Ну ладно, сгодится, я думаю, да? Так, последняя волна. Ну что, ждем. Ага, отлично все получается у нас тут. Надо будет сюда агента и сюда влепить.
Песик, куда ты гонишь, а? Так, агент готов. Его лучше сюда влепить. Шипы. Что, что, что? Блин, этот-то не справится у меня один или справится? Справляется пока. Давай вот так, наверное, поменяем. Сделаем вот так. Окей. Расколбас тут конкретно идет. Вот здесь не очень мне нравится, что у нас тут происходит. Блин, давай, наверное, не так даже сделаем, а вот так. Иди со мной, если хочешь жить, да? Ха. Блин, ну. А здесь-то что-то кисло. Давай шефа поставим, пускай помогает. И вот так сделаем еще с собой. Фух, замечательно. Медалист 2. Получили достижение. Классно. Ух, ништячки позарабатывали. Ну, что у нас тут по миссиям? Что у нас тут? 5000 голды в карман, хоп себе. Отлично. Так, по гаджетам, ага. Урон. А сколько у нас наносит перчатка урон? А, ну тут убивает. Убивает, и шанс. А тут наносит все-таки урон. Давай. Вот так вот. Окей. Видишь, вот, как тебе сказать. У дрона, ребята, он если стреляет по бронированному зомби, он наносит только одну единицу урона. А перчатка Таноса не имеет значения, в броне или не в броне, она может уничтожить сразу же. Но шанс 22%. Так, три значка у нас, да? Три медальки. Повышает. Да, давай повышать с тобой скорость. Становится 3 секунды 49 миллисекунд. Окей. Так. Отряд. Мы что-то, наверное, новенькое с тобой получили, поэтому давай попробуем экипировать. Вот так. Здесь. Экипировать. А этого-то я так до сих пор еще и не заюзал, ребята, и не проверил его. Надо будет, наверное, взять. Так. Ну что, а... Подожди-ка, взять. Ё-моё, у нас с тобой столько всего, что можно заточить, прокачать. Ну что, поехали, друзья мои. Вот вместо кого его взять? Вот объясни мне. Мне кажется, кое-что вот так вот придумал. Просто посмотрим, как это все работает. Старт. Ох, куда бы тебя влепить-то, а? Давай сюда. На бронявых он, конечно, ребят, вообще неэффективен. А вот если броню снять... Да куда же вы поехали? Ага, ну понятно, выше этажом. Ну-ка проверим, как он... Тыч! Да, действительно сносит, ребят, любого. Без брони он, конечно, валит на ура. Зомбарей. Поэтому делай вывод, да? Его надо ставить вместе с агентом. Это будет вообще топчик. Это будет топчик. Ох ты, это еще кто такой? Доктор. Все еще выполняет свой долг в качестве целителя, но для зомби. Понятно. Будет лечить зомбарей, значит, да? Не было, как говорится, печали. А ну-ка. Слабовато, слабовато вот эта вот дроновская пушка. Я хотел бы немножко, конечно, получше эффекта от нее. Так, покупаем с тобой этажи. Вот как только брони нету, вот этого он должен, по идее, вот наш чувак должен, по идее, вот этого зомби, жиробаса, просто сразу снести. Да. Слушай, ну в таком случае он вообще топчик. Согласись. Так, давай наверх. То есть любого зомби без брони он убивает сразу же. И это круто. Да тут все крутые, по большому счету. Тут нет, кто-то хороший, кто-то плохой. Они все очень классные.
Так, попробуем, наверное, лучше все-таки взять снайпера. Подожди, 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 снайпера. Так, нам пришлось просто взять и вот так. Слушай, а вот этот вот в броне или без брони? Ну-ка проверим. Вот этот чувак, он, по-моему, без брони. Да. Слушай, так нам выгодно тогда ставить этого снайпера, да, предположим, и агента. И все. И будем вырубать любого. Сейчас попробуем накопить с вами еще на одного такого чудика. Поставить его выше этажом. Чисто под контроль. Так, пока все отлично. Шипы. Можно адреналинчик, конечно, здесь зарядить. Так, здесь-то мы справимся с тобой. Оу. Слушай, ну сюда кого влепить? Да вот этого с тобой поставим. Ну, вот так. Блин, это профессор кислых щей. На, в хлам его. Заряжаем. Отлично, так, подожди. А, сюда нужен агент. Вот так вот. Да, с агентом все-таки получше будет. Поэффективнее. Так, а этого-то мы сможем с тобой завалить? Адреналин есть только вколоть. И пошло, 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 пошло дело. Этот появился сразу в хлам, его снесли. Даже если он, наверное, лечится, все равно его снесут, да. То есть вообще великолепно получается. Шикарен, конечно, чувак. Ну, снайперша тоже неплохая. Давай вот сюда, наверное, переместим. Ага. Так, шипы, шипы поставим с тобой сюда. И вот так вот сделаем. На тебе. Кто тут следующий-то? Вот этот голодранец, да? Следующим будет у нас. Окей. Так, ну агент есть, поэтому пробиваем мы броню. А этот, естественно, будет их всех добивать. Так, здесь все под контролем. Здесь, в принципе, тоже под контролем. Шипы. Вот так. Можно сюда еще отталкивающего поставить. Вот и все. Фу, как все легко и просто. Командир. Достижение, опять же. Так, три значка. Точнее, почему я называю их значками? Это же медали. Так, миссии. Давай мы с тобой заберем. Опа, еще одна медаль как нам упала в карман. По гаджетам. Я не знаю, ребят. Ну, давай прокачаем. Я не знаю, может быть, все-таки вернуть перчатку Таноса к себе. Так, производство энергии. Делаем. И, наверное, поехали. Так, у нас с тобой стадия 25-я. Воу, электрошокер. Пока остальные стреляют, он шокирует. Стреляет цепной молнией. Ху-ху. Блин, стреляет цепной молнией, а? Это ж должен быть топовый чувак. Фига урончик у него. А, это мы ему поставили гаджет еще. Так, а вместо кого? Вот я не знаю, ребята. Вот вместо этого, что ли, пробовать? Так вот. Стартуем. Сразу этажи берем. Стреляет цепной молнией. Не написано насчет... Тихо, тихо. Проверим сейчас. Оу, я так и думал, что это будет именно таким образом работать. Но если честно, снайпер был бы получше в этом плане. Согласись-ка. Куда ты полетел, а? Давай вот так вот делать.
Нет, снайпер все-таки будет получше. Хотя... Нет, все-таки получше был бы снайпер. Я тут, по-моему, ребят, немножко схандрил. Ну, в плане того, что... Ну, я хотел проверить просто этого чудика, я его проверил. Бьет молнией цепной, да, все неплохо, но... Недостаточно много урона он наносит, я ожидал чуть больше. Так, давай шефа влепим сюда. Шеф-то справится со своей командой, со своей задачей. Куда ты поехал, голодранец? Ну, ё-моё, ну зачем вот так вот делать, а? Я не знаю. Так, ладно, копим с собой финансы на кого? Подожди, а, вот он, я уже думал, что я его убрал. Он здесь на месте. Слушай, ну здесь что-то много бронявых идет. Так, шипы. Шипы ставим после лечилки. Можно запустить адреналин. Можно же, можно. Так. Окей. Давай, 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 этих псов валим. Сами, конечно, этот легко разбирается, шеф. Псы для него это вообще ни о чем. Для меня уже и летуны, в принципе, вообще ни о чем. Сосунки они, вот и все. Так, ну что, потратили с тобой неплохо. Теперь пора расставлять все, как полагается. Что скажешь? Я думаю, ты со мной согласишься. Причем, я смотрю, броня... Вот если, ребята, он броневой, да? Броня не восстанавливается, у него только ХП восстанавливается. Вот и все. Так, внизу идет самый-самый обычный зомбик. Но здесь вышел еще и киборг. А мне нужно поставить вот этого. Да? Да. Хотя вот этот будет, наверное, поэффективнее. Дыдыч. Просто два выстрела и готов. Так, секунду. Подожди, давай вот так, наверное, поменяем. Дрон, выходи. Да, по одной единичке сносит и все, и хоть ты тут тресни. Давай вот так вот сделаем с тобой, адреналинчик. Последняя волна сейчас будет. Так что подготавливаемся. Естественно, шипы. Все, хочу снайпершу поставить и верхнего нашего уничтожителя. Но 250 никак не могу накопить. Постоянно какие-то проблемы. Да тут, в принципе, снайпер как бы не особо и нужен. Тут все в броне, понимаешь? Лучше такая уничтожитель, он уничтожает только плоть. Уничтожает только плоть. Шипы. Давай тогда вот так вот с тобой делать. А, молния, смотри, она бьет не только по своему этажу, она переходит еще и на нижний этаж. Вот в чем преимущество тогда получается молнии. Слушай, ну тогда это хорошо. Но опять же повторю, бронированным она не наносит офигенного урона, который мне нужен. Так, ты куда пошел? Твою же налево, а? Слушай, что-то то ли они сильнее стали, то ли мы слабее стали, я не пойму. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Даже не вздумай. Так, адреналин, наверное, врубим. Давай этого разберем, этого разобрали, и остаются вот эти два последних летуна. Все. Но я думаю, ребят, наверное, все-таки с шокером мы с вами уберем. Как ты думаешь, или стоит его оставить? Я вот в неком смутении таком. Оставить его или убрать? О, прекрасные, прекрасные у нас с тобой значки. Генерала получили. Так, денег нам хватает прокачать шипы. И новая стадия. Ну что, давай попробуем ее пройти.
На сегодня это будет, наверное, последняя у нас с вами миссия. Так, уберем этого. А кого поставить вместо него, а? Я не вижу тут кого-то лучше. Давай оставим его, а? Он нам не помешает. Ну что же, поехали. Сразу же покупаем этажи. Так, здесь у нас двери. Воу-воу-воу-воу. Сразу сносим его. На! Отлично. Так, и здесь идет еще... Ага, с броней. Ну, с броней мы с собой легко справимся, да? Агент нам на что дан? Окей. Тут, понимаешь, тут взаимовыручка идет. Кто-то снимает броню. Так, тихо, медика еще тут, блин, не хватало. А ну-ка давай. Так. Ну здесь мы разберемся. Так, агент нужен мне. Мне нужен агент. Оу, а это еще кто такой? Бежит ради мозгов вместо медалей. Бежит быстро после огневого ранения. А если я тебя вот так вот сейчас поджарю? Что ты на это скажешь, а? Бегун. Все? Выдохся, добегался. Тут-то и оно. Слушай, ну этот типок крут. Этот типок очень крут на самом деле. Надо накопить еще на одного такого, да? Поставить еще где-нибудь. Ну вот здесь же тоже рядом с агентом. И в паре они будут вообще отжигать по-лютому. Давай. Шипы. Опять этот бегун бежит. А если я вот так сделаю? Не, ребят, я еще раз лишний раз убеждаюсь, что надо возвращать перчатку Таноса. Куда ты там? Ёлки ты палки. Давай быстрее, не так немножко сделал. Ты бич. Блин, они разделились. Кто-то наверх, кто-то вниз. Так, ну-ка. Давай, шеф. Наяривай. Разобрали. Так, у нас есть адреналин, пока я его тратить не буду. Блин, вот против вот этих снайпер бы здесь вообще идеально зашел бы. Согласись. Просто тьфу, сносил бы тут им хпшки. Надо снайпера, наверное, купить. Или команда. Или снайпера, или команда. Ну, команда стоит подешевле. На 14, да? На 13 единиц энергии. У нас еще с тобой два этажа простаивает. Просто в холостую. Так, ну что, сейчас можно, в принципе, и купить снайпера. Okay. Сюда поставим. Шипы. А, бегунок. А если я вот так вот сделаю? Посмотреть хочу просто. Блин, двери закрылись. Да чтоб тебя. Это не есть хорошо. Это вообще не айс. Так, тут надо подсобить агентам. Давай, ребят, сюда смещаемся. Здесь вон идут кто. Блин, вовремя я, конечно, нажал, да? Хорошо. Посносили, главное. Так, этого сейчас сносим. С одного выстрела. Тыдж! Замечательно. Воу-воу-воу-воу-воу. Давай-ка, давай-ка сюда, поменяемся местами. 250, чтобы выставить еще одного снайпера. Я сделаю вот сюда, наверное, его. Что скажешь? Да? Я думаю, это будет идеально. Прикинь, снайпер, агент и вот этот чувак. И все, и любой отряд мы с тобой сможем выносить на изи. Любой отряд. То есть мы сможем снимать броню. Снайпер может пробивать
всех зомби, которые без брони. Агент, естественно, снимает броню, и этот уничтожает любую плоть. Это круто. Но, сам понимаешь, да, все это стоит очень-очень дорого, чтобы так прокачать, чтобы еще всех вызвать. Но если так сделать, это, конечно, будет имба. Опять бегун бежит здесь. Так, давай-ка вот так сделаем. Поможем. Просто в мясо. Так, бегун. Давай-давай, на шипах отдуплись. Отдуплись на шипах. Не захотел, да? Так, тут-то у нас все нормально. Тут все хорошо вроде бы. С этими разберемся сейчас. Сюда я поставлю шипы. Так. Да, единственный недостаток, что он очень долго перезаряжается. Очень долго. Пока там сделает свой выстрел. А зомби, как ты видишь, на месте не стоят. Они потихоньку-потихоньку продвигаются. Шеф стреляет, ну, тоже медленновато, но у него есть возможность на 3х кританнуть. Так. Сюда надо агент... Вот так вот сделаем. Сюда лучше поставить вот сюда и сюда агента, чтобы сносить броню. Ну да, самое идеальное будет. Давай так сделаем. А вот сюда бы не помешала бы влепить команда вот этого чувака, вот в этот отряд. Так, выпускаем дрона. Что-то их тут слишком много просто. Так, давай. Под адреналинчиком, как говорится, наяриваем. Так, что-то мне наверху не совсем нравится. Ребят, что у нас тут происходит? Так, 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 подожди, подожди, подожди. Очень долго перезаряжается, очень долго. Придется так делать. Воу-воу-воу, успеем? Да, должны успеть, все, шикарно. Воу! А здесь-то... А здесь, друзья мои, проблемки у нас. Нет. Как так я опростоволосился-то, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, придется использовать нам с тобой, да? Ну, наверное, не засчитает нам, скорее всего, генерала. Хотя... Богатый ребенок, зомби-мясник, зомби-бастер. Да нет, дали мне все равно генерала. Странно. Так, что у нас тут? Вау! Нифига тут деньжат мне накинули. Замечательно. Так, и еще одну медальку. 7 медалей, ты прикинь. Так сделаем, наверное, с тобой, да? И уровень... Так, не уровень, а урон и скорость бойцов. Это тоже немаловажный фактор. Ну что, друзья мои, давайте, наверное, на этой ноточке мы сегодня закончим. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в Zomba Buster. Ну а с вами был Рэй, всем удачи и до новых скорых видосиков.